Привет, друзья! В сегодняшнем видео я расскажу, как собирается индукционная тату-машинка. На примере тату-машины Mickey Sharps, модель Iron. Иногда ее называют телефон из-за сходства со старинным телефоном. Все покажу и расскажу. Значит, что мы имеем? Значит, тату-машина непосредственно. Гриб-держатель. Трубка вставляется в держатель. Держатели бывают различного диаметра. Этот 35 мм, бывает меньше и больше. Иногда на держатель одевается смягчающая насадка. Иглы, стерильная игла 13 Magnum, насадка, лейка, тоже 13 номер, флет, четко подходящая под эту иглу. Отдельно будет видео, в котором я подробно расскажу о номерах иголок, о их конфигурациях, о конфигурациях пластиковых насадок. Также бывают насадки, лейки стальные, хирургической стали. Однако в наше время необходимости пользоваться стальными насадками я не вижу, я ими не пользуюсь. Однако в видео об этом расскажу. Также клипкор, соответственно, в барьерной защите. Обязательно барьерная защита, у меня она уже одета. Также у меня лежит барьерная защита на тату-машинку, которая одевается в самом начале сборки машины. Однако сегодня я не буду ее одевать, именно для того, чтобы было все понятно. То есть в классическом варианте во время работы, конечно же, все начинается с того, что мы берем барьерную защиту и одеваем на машинку. Сегодня я это делать не буду, так как видео обучающее, можно сказать. Значит, что у нас есть еще? Ну, ключик, нам нужен шестигранничек, бандажная резиночка и вот такие маленькие резиночки, прокладочки, громицы, либо ниппели. Функция у них одинаковая. Они уплотняют молоток. Это место соединения иглы, которая также называется бар, и тату-машинки. Вот это молоток, который у нас двигается. И на него мы одеваем либо, значит, громец, либо ниппель. В чем разница? Значит, ниппель имеет подушечку с одной стороны. Соответственно, мы его можем одеть. И в процессе работы, когда меняем иглы, вот этот ниппель не снимается. Соответственно, вот этим местом иголка одевается прямо на ниппель. Громец же отличается тем, что изначально он одевается уже на это кольцо и уже во время работы не снимается с иглы. То есть, если мы подготавливаем несколько иголок, мы отдельно одеваем громец на каждую иголочку, и вместе с громецом мы снимаем иглу, либо ставим уже с громецом на молоток. Резиночки, несмотря на, казалось бы, мелочь, но имеют свою важнейшую функцию. Они бывают твердые, бывают средние по твердости и бывают мягкие. Почувствовать это можно только в работе. Почувствовать разницу. Разница, она существенная. Я не буду в этом видео рассказывать смысл разницы. Однако, видео обязательно по этому поводу будет. Вот. Сейчас сборка машины. Значит, я собираю машину следующим образом. Значит, берем машину непосредственно, берем ручку-держатель, трубку держателя шестигранником фиксируем примерно вот
по такой длине. Длину можно менять. Одеваем, вставляем, значит, в отверстие тату-машинки. Кладем. Далее берем иглу, достаем. Достаем носик-клейку. Аккуратно продеваем иглу. Иногда кончик немножечко можно подогнуть. Таким вот образом. Это даже намного, вот чуть-чуть совсем. Это нужно для того, чтобы игла четко ложилась на носик. Не болталась в нем, а именно прижималась к нижней стороне. Далее. Ниппель. Вставляем в отверстие иголки. В колечко. Таким образом. И одеваем на молоток машинки. Этот ниппель твердый, поэтому одевается довольно туго. Значит, вот таким образом у нас получается. Далее. Под разные задачи нужен разный вылет иглы. На этом этапе мы проверяем, какой у нас будет вылет. То есть вот таким вот образом. Примерно вот такой, наверное, мне нужен будет. Разные мастера по-разному и под разные задачи это выставляют. Фиксируем шестигранником лейку держатель. Смотрим, чтобы четко-четко совпадала насадка с иглой. Теперь нам нужна вот эта бандажная резиночка. Иголка сейчас немножко хлябает. Если мы включим машинку при помощи клипкорда вот таким вот образом. Если мы вот так вот посмотрим, она бьется не только вперед-назад, но и вверх-вниз. В работе это будет брызгать, и ровная линия не получится, и работать так вообще невозможно. Поэтому одевается вот эта бандажная резиночка. Иногда она одевается, то есть вот таким вот образом, чтобы слегка придавить только сверху. Иногда мы посильнее придавливаем ее. То есть разница тоже получается ощутима во время работы. Затягиваем зажим машинки, чтобы держатель был четко зафиксирован. Ну, собственно, вот подключаем клипкор. Смотрим. Игла. Я не знаю, видно там или нет. Игла не хлябает. В целом все готово. Однако иногда требуется немножечко подрегулировать ход прижимным винтом. Некоторые производители тату-машинок, скажем, не рекомендуют крутить вообще вот этот винт и трогать. То есть этим винтом занимаются только настройщики тату-машин. Ну, я периодически меняю, так скажем, расстояние, так как я собираю тату-машинки и настраиваю их. Вот. Ну и вообще в процессе работы винтик вот этот понемножечку начинает пригорать, и периодически приходится немножко все-таки его подкручивать. Еще необходимо вольтаж выставить. Это уже под конкретные задачи, под конкретную работу. Обычно вольтаж не превышает 10 вольт. Однако бывает немножко больше, бывает немножко меньше. Под разные задачи, под разные работы, под разные машинки нужно разное напряжение. Ну, это, наверное, тоже будет отдельное видео по обзору роторных и индукционных тату-машин, по разнице этих машинок по применению, то есть
Есть контурные, есть покрасочные, универсальные. Вот, но это отдельное видео. А пока все. Если понравилось видео и оно было для вас полезно, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылка на подписку в описании, а также в конце видео, примерно вот в этом месте. Ну и напоследок анекдот. Девушка идет по улице, без носа, а на лбу татуха. Нос откусил Андрей. Прохожие спрашивают: девушка, бедная, что с вами случилось? Нос откусил Андрей. Да, так понятно, написано. Так а татуха-то зачем? Да потому что задолбали уже все спрашивать.